I don't know about you guys, but sometimes I can get into disagreements with my friends. It could be about maybe a tour or maybe something that they said, but when that happens, you know, in my heart, I feel maybe something isn't right. And, you know, when we accept Jesus, it truly, when we argue, you know, God truly acts in our hearts and says, this isn't right. But you know what? If we listen to Dima, we can find out how we should deal with these things if we truly accept Christ. Дружба с маленьким Сережей из ведла и горяча. Мы поссорились немножко из-за старого мяча. А потом нам стыдно стало, что такое старый мяч. Нас греха коснулось жало, и ему, и мне хоть плать. Мы спущенно помолчали, он мне руку протянул. Чтобы не было печали, я вдруг песню затянул. Никогда не будем драться, жизнь без драки красота. С той минуты мы два брата в школе доброго Христа. Аминь. Слава Господу, дорогие мои друзья, братья, сестры, Церковь Божья. Я хочу по приглашению коллектива воскресной школы и всех учащихся сегодня продолжить говорить на эту тему, которую уже мои братья начали. И тема моей проповеди сегодня – это «Блаженство чистоты сердца». В основании этой проповеди я взял стих Евангелия Матфея, 5 глава, 8 стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». По-гречески, и извините меня, кто говорит по-гречески, это звучит так. «Макарии и катари ти кардия, оти аутутон тион обсанди». Сам Иисус Христос, когда говорил эти стихи, Он говорил даже не на греческом, Он говорил на таком древнем языке, который уже почти не употребляется. Это язык арамейский. Вы можете слышать его, если вы смотрели фильм «Страдания Христовы». И там именно все, что говорится в этом фильме, это все на арамейском языке. Я когда позвонили мне, сказали, можешь, брат Илья, прийти и поучаствовать в нашем служении. Мне пришло на память, что моя первая проповедь в церкви Вифания, это было 21 год назад, и она была на тему «Блаженный чистое сердце». Это было, по-моему, ноябрь, но это было точно не октябрь, но это было ноябрь. Я помню, это была свадьба у моего друга, и там я пел, что-то говорил, и брат Адам Бондарук меня заметил и сказал, «Илья, приготовь проповедь». И я с Божьим благословением, с Божьей помощью говорил на эту тему. И я привел этот пример, я его услышал первый раз в проповеди Ярла Пейсти, как в одной из школ на уроке политинформации, который мы там проходили, учительница сказала, знаете, дети, есть такие забитые темные люди, штунды. И у нас даже в классе есть такие. Так вот, я хочу сказать вам одну радостную весть. Наши космонавты побывали в космосе и никакого Бога там не увидели. И тогда одна маленькая девочка, которая выросла в христианской семье, подняла руку. И учительница сказала, что ты хочешь сказать? Девочка сказала, я хотела спросить, а было ли сердце космонавта чистым? И учительница не смогла ничего противопоставить этому. И вот сейчас, 21 год спустя, когда я говорю проповедь на ту же тему, я вижу, что, в принципе, моя позиция осталась на том же. Чтобы увидеть Бога, нужно иметь чистое сердце. Не надо заканчивать два колледжа, не надо выучить языки в совершенстве, не надо даже иметь Библию с 80 языками перед собой, чтобы идти, сравнивать, читать, перечитывать. Надо иметь чистое сердце, и тогда ты видишь Бога. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Это такое обетование только верующим. Только верующий человек может узреть Бога, а неверующий, он никогда
не увидит Бога. Вот этот стих, он очень интересный, потому что он говорит о том блаженстве, о том обетовании, которое мы будем иметь с вами и уже имеем. Это обетование из двух частей. Первая часть – это блаженны чистые сердцем, ибо они имеют Бога в своей жизни, в своем сердце. И вторая часть – они узрят Бога. И я буду говорить именно о полном аспекте, о полноте вот этого обетования. И я уже читал на греческом, как этот стих звучит. Первое слово, которое применяется, это «макариус». «Макарии и катари ты кардия». «Макариус» — это даже в русском языке есть слово такое «макар», «макарий». И оно означает «блаженство». «Макариус» — это «блаженство». Что же это такое «блаженство»? Опять же, очень интересно. Некоторые современные переводы якобы с целью облегчить читателям понимание Библии, поменяли это слово «блаженный» на слово «счастливый». И они говорят «happy are the people who are pure in heart, for they shall see God». О, счастливы люди! Но счастливы люди могут быть очень легко. Иному человеку достаточно прочитать пару веселых историй. Другому человеку, может быть, достаточно что-то съесть, чему он будет рад. Третий говорит, I was happy, I just took my happy pill. Я настолько счастлив, я только что принял мою таблетку счастья. Таблеток счастья в Америке очень много. На каждый случай. Только приди своему доктору и скажи, доктор, я несчастлив, и он тебя не направит к Богу. Он скажет, знаешь что, у нас есть целый ассортимент этих таблеток для счастья. Приходи, мы тебя подсадим, и всю жизнь будешь счастлив на таблетках. Друзья мои, не об этом говорится в этом отрывке Писания. Здесь говорится о блаженстве. Blessed are those who are pure in heart. То есть, блаженный, это значит, даже, как я говорил, в арамейском, где именно первый раз, когда Христос произносил эти слова, этот стих звучит немного иначе. Христос как бы восклицал, «О, блаженство человека с чистым сердцем!» Блаженство, и это не просто утверждение, это больше звучало как поздравление. Это не просто пожелание будущего счастья или некое туманное пророчество, сказанное Христом. Это не есть обетование для будущего, это есть обетование нашей сегодняшней жизни. Блаженство, макариос по-гречески. Это такая радость, которую никто не может отнять. Иисус Христос говорил об этом ученикам, «Вы будете иметь радость, которую никто не может отнять от нас». Это Иоанна 16 глава и 22 стих. Это такая радость, которая пребывает с человеком всегда. Вы действительно блаженны, если в своей боли, если в утрате, если во всей своей жизни эта радость пребывает в вас. Потому что, когда человеку плохо, он не может радоваться. Мы даже говорим, радуйтесь. Писание говорит, всегда радуйтесь. И мы иногда, когда попадаем в трудную ситуацию, продолжительной болезни или потери близкого, или чего, мы говорим, не могу радоваться, не могу. Это значит, что вот это блаженство, оно ушло из сердца. И если блаженство, данное, даренное Богом, уходит от сердца, остается happy pill, остается таблетка. И ты пойдешь к доктору, и он даст тебе эту таблетку, и всю жизнь будешь принимать ее, потому что это не есть ничто иное, как подсаживание страны на таблетки счастья. Второе слово, которое в этом стихе упоминается, это катари, катарос, то есть очищенный.
И здесь, в этом слове, есть очень много значений. Что значит «очищенный» и «от чего очищенный»? Первое значение слова «катарос» – «чистый» – это значит «чистый», «вымытый», «постиранный». Греки говорят так об одежде, которая была запачкана или грязная, и ее выстирали, и вот она стала «катарос», она стала «чистой». Второе значение – это которое употребляют те, кто когда-либо работал в сельском хозяйстве. Это моя, кстати, профессия. Я работал в той жизни там, на мельницах, на элеваторах. И там мы все время, что делали, мы очищали зерно. Очищали его от примесей, от всяких вредителей, от всего, что есть в зерне. И вы знаете, если не очистить зерно и смолоть его в муку, вы просто не сможете кушать этот хлеб. Там будут не только зерно, там будут плевелы, там будут другие различные семена, которые испортят вашу муку, она будет действительно портиться. Я знаю, некоторые были случаи, когда останавливались наши машины, или не зная об этом, там вообще автоматики было мало. То есть, если что-то где-то, какой-то датчик не работал, его выключали, заматывали изолентой, чтобы не обращать на него внимания. И проходило это зерно, и делалась эта мука. И только потом на выходе лаборатория обнаруживала, что эта мука ни к чему не годная. Потому что в ней есть вот, этот, вот эти горькие примеси, из-за чего мука преет, портится, киснет, и от нее нет никакого толка. То есть вот это второе значение – очищенный, провеянный, просеянный в отношении к зерну, отделенный от плевел. И третье значение этого слова – чистый или очищенный, греческое слово «катарос», оно применяется вместе с «акератос», то есть неразбавленный, без примесей в отношении, скажем, к молоку или же к драгоценным металлам. Я помню, у нас в церкви в Молдавии к нам начали приходить женщины, это было уже после того, когда можно стало возможным проповедовать. И мы арендовали, у нас в селе был такой большой дом культуры на 600 мест. И те люди, которые налагали штрафы, гнали, запрещали, они пришли и сказали нам: у вас есть возможность взять этот дом культуры и сделать там собрание. Я привез из Одессы двух моих друзей чернокожих. Это были Джон и Йоган из Зимбабве. И, может быть, их цвет кожи или что-то другое. Но пришло очень много людей. У нас там в селе в Молдавии мало кто когда-то видел настоящих живых чернокожих людей. Было очень много народа. Я помню, как они пришли, как они слушали. И эти наши братья, с которыми я еще был знаком, когда учился в Одессе, то они приехали, и мы провели такое собрание. И там была одна женщина. Она мне потом говорила, как она уверовала. Она говорит: «Я услышала в твоей проповеди, что мне помогло». Она была из семьи, которая была православной, и они, может быть, даже и гордились тем, что они являлись в числе спонсоров местной православной церкви. И я там помню, что я привел такой пример, когда пришли к батюшке православному и говорят: «Батюшка, можно ли нам читать Евангелие?» И батюшка сказал: «Вы знаете, ну, в принципе, никто вам не запрещает, но лучше не читайте. Приходите в церковь, и я буду читать и вам рассказывать». И я рассказал там такой пример, что одна женщина, она, когда услышала это слово, и она потом сама рассказывала, говорит, а пример был такой, что человек все время покупал молоко у одного хозяина, и он не знал, что это молоко такое разбавленное. Потому что когда он только купил у другого, который тоже продавал молоко, он увидел разницу. И я говорю: понимаете, вы можете ходить в церковь и читать, и слушать, но зачем вам пить разбавленное молоко, если у вас есть эта возможность иметь свою Библию, читать Слово Божие неразбавленным? И я был рад услышать, что эта женщина именно
как бы это осталось у нее на сердце и на уме. И она начала ходить на собрание. Еще одно, четвертое значение этого слова «катарос» — это когда ритуальное очищение. В то время, когда Иисус Христос говорил эти слова, ритуальное очищение было полностью, в полном смысле имело место для израильского народа. И вот этим, когда Христос им говорил, слушающим, а их было много, в английском языке здесь говорится «multitudes». When he saw the multitudes of people, he sat down and started teaching. Очень интересно, что в Ветхом Завете, когда раввин учил, он садился. И Иисус Христос, будучи учителем, увидел толпы народа и сел и начал учить и говорить об этих блаженствах. Тогда вот этот данный стих можно прочитать так. «Блажен человек, у которого чистые мотивы, потому что такой человек увидит Бога». Однажды Чарльз Спёрджен, по-моему, если я ошибаюсь, но это один из видных проповедников, говорил слово. И слово было благословенно. Слушатели слушали, внимали. Он видел по глазам, он видел, что сердца их принимают это слово. И подошла к нему одна сестра и сказала: «О, брат, какую прекрасную проповедь ты сегодня сказал!» На что проповедник ответил: «Я знаю, мне дьявол уже сказал об этом». Может дать в сердце такую гордость человеку, что: «О, я сказал такую хорошую проповедь! Я сказал, я потряс людей! Люди выходили, люди каялись! О, это было действительно, это я!» Но надо всегда наблюдать, что движет нашими поступками? На чем основан наш труд? На желании служить Богу и людям? Или же это мы делаем это ради платы, ради славы, ради престижа? На чем основана наша вера? Как говорил передо мной Даниил, это является ли собственное благочестие, собственная чистота, или мы основаны на камне Христе? Третье значение слова, третье слово из этого отрывка – это кардия. Ну, вам это слово знакомо. Вы когда идете в госпиталь, если у вас сердце болит, первое, что вам делают, это кардиограмму. То есть исследование вашего сердца. Поэтому здесь Христос говорит: «Блажены чистые сердцем». Но когда Христос говорил о сердце, и я знаю, что Бог, Он выше меня, выше всех. И сегодня утром на собрании брат Эммануил говорил именно проповедь на эту же тему. Я вижу, как Бог сегодня ведет всех нас, проповедников, потому что мы прислушиваемся к Духу Святому. И мы много слышим о чистоте сердца. И как брат Эммануил говорил, я с ним согласен, когда мы говорим о чистоте сердца, мы не говорим об этом, о плотском органе, который находится внутри нас. В основном на левой стороне. Иногда, говорят, бывают аномалии, когда сердце находится на правой стороне. И люди так живут, нормально живут. Но здесь Христос говорил не об этом органе, который способен прокачивать тонны крови, помогая нам, давая нам жизнь. Здесь говорится об этом внутреннем человеке, о внутренней сущности человека, которая известна Богу. Первое Царство, 16 глава, 7 стих, написано так: «Ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». И Матфея 7 глава 20 стих говорит так: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Это все, это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Но благодарение Богу, говорится в Евреям 4 глава 12 стих: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча,
обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. И в Иеремии 17 главе читаем 9 стих. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по путям его и по плодам дел его». О блаженство человека, которому Бог очистил сердце и который может узреть Бога. На лице не всегда написано, что есть на сердце. И мы принимаем в наш дом человека, у которого лукавое сердце. И мы не знаем, что у него на сердце. И человек, у которого внутри сердце зло, это зло выходит наружу. И получается трагедия. Моя дочь, которая преподает в воскресной школе, она вчера подошла ко мне и говорит: «Папа, я знаю, что дети будут нас спрашивать на нашем уроке, почему Бог допустил такое зло. В этом есть ли воля Божья?» Я пытался как-то объяснить ей. Во-первых, я сказал, наверное, там 12-летние не будут об этом спрашивать. Говорит: «Папа, они будут, ты не знаешь наших учеников, они очень любознательны, они задают очень много вопросов. И если Бог это знал, как Бог это допустил?» Это потому, что я так и объяснил, что Бог не направлял ни руку, ни злобу. Это не от Бога. Бог допустил это. Зачем? Мы узнаем. Я думаю, что мы узнаем, может быть, даже еще и здесь, что произошло. Что подвигло человека на такое зло? Но для меня уже сейчас несомненно, что это было зло, которое было, жило в сердце. Там не было Бога, там не было милосердия, там была необъяснимая жестокость. У человека был шанс. В то же время, когда здесь выходили сотни молодежи и каялись, и просили, чтобы Бог очистил сердца, этот человек ушел. Как некогда Иуда ушел в тьму, так и он ушел, вышел и ушел в тьму с этим злом, которое осталось в его сердце. И мы дальше говорили, и я сказал дочери такую мысль. Бог, конечно, мог предотвратить это. Если отбросить все остальные причины, и как Бог мог бы предотвратить, наверное, лучше всего было бы, если бы такой человек не родился. Но он родился. Конечно, Бог мог бы забрать, умертвить, изгладить этого такого человека еще в младенчестве, но, мамы дорогие, захотите ли вы служить такому Богу, который однажды вам скажет: «Знаешь что, Мария, Светлана, Надя, я забираю твоего сына, потому что он вырастет и сделает зло». Вы же, конечно, не согласны на такие вещи. Вы не согласны служить такому Богу, а Он все знает, Он все видит, Он проникает до разделения души и духа и, конечно, знает, на какое зло способен я и вы, сидящие здесь или слушающие эту проповедь. Но Бог, как написано в Писании, посылает дождь и свет и добрым, и злым. И нет безвыходной ситуации. Выход в чем? Чтобы нам иметь сердце чистое. Но как же нам получить это чистое сердце? Может ли мертвый воскресить сам себя? Может ли слепой дать себе зрение?
Может ли человек очистить свое сердце? Никак. Это может сделать только Создатель, который знает наши сердца. Только рождением свыше мы получаем новое сердце. И тогда все грехи прощены. И Бог дает новое сердце. Но, друзья мои, когда мы въезжаем в новый дом, покрашенный, помытый и чистый, если вы не будете прилагать никакого усилия, чтобы поддерживать этот новый дом в чистом состоянии, я вам даю гарантию, что в этом доме не будет чистоты. И вот так Бог очищает наши сердца. И нам вменяется обязанность поддерживать чистоту нашего сердца. Как же можно поддерживать это, эту чистоту постоянной уборкой? Я сам недавно проходил через такую долину, заболел и никак не мог прийти в себя, и ходил к докторам. Знаете, что мне предложили? Мне предложили happy pill. Они говорят: да, мы понимаем боль, все мы понимаем. Мы тебе дадим болеутоляющие, чтобы у тебя этой боли не было. И я отказался от этого, я начал просить друзей. Благодарю вас, тех, кто молился и просил, и Бог избавил меня. И однажды, я помню, что я пришел в свою комнату, зашел и начал молиться, молился в духе. И я так молился, наверное, никогда раньше я так не молился. Я молился, я помню, что молился, не могу объяснить, как. Я знаю, что молился на иных языках. И помню, что когда я совершил свою молитву и завершил ее, я был в каком-то состоянии таком, что я даже не знаю, я ни о чем не думал, ни о чем не переживал. Ушли все страхи. И после этого я начал действительно поправляться. Поправляться, и болезнь моя отошла, и даже в весе немножко поправился. Я так было похудел где-то на 25 с чем-то паунтов, потому что это была такая болезнь серьезная. И вот я получил свой ответ. Это было от Господа. Но я сделал еще нечто. Я сделал одну вещь. И я вам также советую это сделать. Я отключил свой разум и сердце от всех внешних воздействий. Я перестал читать новости, я перестал смотреть новости. Ничего. Только Библия. 90-й псалом. Остальные псалмы, они стали как бы для меня духовной пищей. Только Библия. Никаких посторонних примесей. Ничего. Даже не новости, даже не газеты, ничего. Интернет, все. И когда я это сделал, я закрыл доступ в мое сердце этим ужасным вещам, о которых мы слышим каждый день. Мир Божий вошел в мое сердце. Бог очистил мое сердце, и когда мое сердце было очищено, и молитва была совершена, я увидел перемену. Поэтому, чтобы увидеть Бога, нам надо иметь чистое сердце. Я как-то слышал такую мысль, это не совсем моя мысль, но она мне очень понравилась. Проповедник говорил так: многие говорят: я знаю, что моя молитва не идет выше потолка. И проповедник сказал так: а почему твоя молитва должна идти к потолку? Твоя молитва должна идти к Богу, который у тебя живет в сердце. Поверьте мне, если Бога нет в сердце, то кричи хоть на самой большой радиостанции с самым сильным микрофоном и усилителем, но эта молитва, она не уйдет никуда. Если у нас чистое сердце, в котором живет Дух Святой, Бог Дух Святой,
который назидает, наставляет, очищает, помогает нам очищаться, освобождает нас от грязи, тогда нам не надо кричать. Бог слышит молитвы, и тогда они не должны быть громкими или мощными, или сильными, потому что в нас, в нашем сердце живет Бог. Последнее, и я буду заканчивать, потому что у моих юных друзей есть программа. Я хочу сказать еще об одном аспекте. Я говорил о блаженстве человека, который имеет в своем сердце Христа. Но здесь есть вот именно второе значение вот этого. Я сам тоже, как я говорил, уже несколько раз говорил проповедь на эту тему, но именно в этот раз я задумывался, а что имеется в виду, что блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Помните, когда Филипп подошел к Иисусу, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 8 стих. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». В первом послании Иоанна, в 3 главе, с 1 стиха, мы читаем так. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий же, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». Богословы до сих пор спорят на тему, о чем говорится здесь, в этом отрывке Писания. Увидим ли мы там Иисуса Христа, или мы увидим Троицу, Бога, Отца, Сына и Духа Святого? И как можно увидеть Бога, если мы читаем, что Бог есть Дух? Я для себя принял объяснение, которое я прочитал у такого очень хорошего проповедника. Его зовут Джонатан Эдвардс. Это проповедник, его уже давно нет в живых, но он дал очень интересное объяснение. Речь идет о том, что мы видим. Несколько лет назад мы с семьей, с детьми поехали тут недалеко, в Калаверас Каунти, есть такая пещера. Там висят эти сталагмиты, сталактиты, некоторые земли, которые висят. И там есть одна интересная возможность. Если у вас когда-то будет такая возможность, сходите туда. Потому что это пещера, которая имеет очень узкий вход. Туда спускаешься на лестнице и идешь несколько, может быть, даже 100 метров вниз. И когда закрывают вот этот люк и выключают свет, и ты находишься в абсолютной темноте. Вы знаете, это такое состояние, что
я не знаю, я когда был там, я просто держал своего маленького, которому сейчас уже 12 лет, потому что он начал трястись, он начал дрожать. Это был абсолютный мрак. И вот в этом абсолютном мраке не имеет значения, сколько corrective dioptries you need, сколько, какой силы очки тебе надо, или же, может, у тебя совершенное зрение. Ты не видишь, потому что нет света. И так Джонатан Эдвардс объясняет это, что во мраке наши глаза не действуют, потому что действие глаз или наша способность видеть, оно работает таким образом. Свет падает на тебя, на меня. Вы смотрите на меня и видите свет, который отразился от меня. Сам по себе я не излучаю никакого света, но вы видите то отражение, которое исходит от моего тела. И скажу даже больше, наши глаза ничего не видят. Наши глаза только пропускают изображение, которое входит в них, проходит обработку, глазное дно, хрусталик, и вот эта информация, которая проникает в наш глаз, передается в наш мозг. Потому мы видим не глазами, но мы видим нашим мозгом. И Джонатан Эдвардс говорит так: когда мы будем с Господом нашим в вечности, там будет иной способ общения. Мы есть существа плотские, душевные и духовные. Господь сотворил нас по образу и подобию своему. И так говорит Эдвардс, что когда мы будем на небесах, наш дух будет напрямую общаться с духом, который есть Господь. Это будет такое общение. Я буквально недавно читал свидетельство одного нейрохирурга, американца, который пробыл в коме некоторое время, и он говорит, я попал в такую комнату, и я там ничего не видел, но мой дух общался с духовным существом. И я получил ответ: иди, возвращайся назад, потому что еще не пришло время твое. Поэтому я не знаю, насколько вы принимаете такое объяснение, но я думаю, что именно так мы будем видеть. Потому что Моисей, и мы читаем об этом в книге Исход, 33 глава, 17 стих, когда он захотел увидеть славу Божию, 18 стих говорит, Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь Моисею: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду». Евреям 1 глава 1 стих говорит так: «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, Бога, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола Божия на высоте». И Иоанна 4 глава 24 стих: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Я ожидаю этого общения. Я сам не знаю, как это будет. Но я читаю первое послание Иоанна, и вместе с ним я соглашаюсь. О, блаженство! Смотрите, какую любовь даровал нам Господь, чтобы нам быть и называться детьми Божьими. И тот стих, который я читал в продолжении, в этом же отрывке. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Дорогой мой брат и сестра, мы христиане, мы называемся Его именем, мы говорим, мы служим Господу, мы живем по заповедям Божьим. Есть ли Господь в моем и твоем сердце? Что в твоем сердце? Что живет в твоем сердце? Печаль о будущем? Что тебя тревожит? Что у тебя болит? Почему оно болит? Почему ты ищешь Бога где-то в другом месте, но не там, где Он должен быть, в твоем сердце? Почему мы допустили грязь в наших сердцах? Почему мы допустили, чтобы Он пришел и украл у нас слово, сатана, дьявол? Почему мы сами открыли наши глаза, наш разум всему тому, чего не должно быть в нашем сердце? И потом мы вопием, и мы кричим: «Господи, Ты меня не слышишь!» И, как я говорил, мы готовы выходить и кричать к звездам и вопиять: «О Боже, услышь меня!» Надо впустить Христа в свое сердце, чтобы Он там сделал себе трон, чтобы Он стал царем нашим, Господом нашим. И тогда ответ наш близко. Ответ наш не за потолком. Ответ наш не на небесах, если мы думаем, что где-то там на звездах. Потому что Бог наш, Творец и Создатель, не отстранился от себя. И есть такое понимание, что Бог все это создал, а потом отстранился и где-то с небес наблюдает. Насколько же вас хватит, дорогие люди? Это не такой Бог. Я не верю в такого Бога. Я знаю, что Бог живет в сердцах тех людей, которые позволили Ему там жить. И которые закрыли доступ всему остальному. Еще один маленький пример для разъяснения. Возьмем стакан воды. Если он наполовину заполнен, наполовину пуст, там есть половина воды и половина воздуха. Но как же убрать из этого стакана весь воздух? Надо просто его заполнить. Как можно очистить наше сердце, если мы читаем, что мы сами его не можем очистить, но очищает его Бог наш? Заполнить наше сердце божественным. И когда мы заполним наше сердце Словом Божьим, когда мы будем жить, когда это Слово будет нашим хлебом и водой, тогда придет победа. И мы будем услышаны, и молитва наша будет отвечена. Я благодарю Бога за то, что вы говорите «Аминь», потому что это единственная возможность быть полностью, иметь заполненное Господом сердце. Я благодарю Бога за эту возможность снова стоять перед вами, перед моей церковью. Я благодарю Господа, что Он необъяснимым путем
говорит нашему сердцу правильные вещи, помогает нам очиститься. И я призываю вас всех, последуйте этому примеру. Если у вас есть непроходящая боль, если вы знаете, что Бог ваш не слышит, вас не слышит, заполните ваше сердце Его словом, мыслями о Нем, и тогда полностью ваше сердце будет принадлежать Господу. Не оставляйте там крючков, не оставляйте там маленьких закуточков, куда может войти грех и отравить все ваше состояние. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Я вас всех призываю сейчас склониться перед Богом. Ученики нашей огромной воскресной школы, изучая на одном из уроков структуру Библии, для себя открыли то, что Псалом, книга Псалом, является самой большой книгой в Библии. Это также является той книгой, которая находится посередине Библии. И если открывши Библию прямо посередине, вы точно попадете на книгу Псалом. Эта книга содержит в себе 150 псалмов, и как раз начинается теми словами, начинается тем словом, о котором сегодня нам говорил брат Илья, то есть блажен. И сегодня Авенир Куцар нам расскажет, какой человек есть блаженный. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивый и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посажено при потоках вод, и которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемые ветром, не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании развратителей. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь. Аминь. В нашей жизни мы очень много говорим слов друг другу. Это бывают хорошие слова, плохие слова, приятные для нас слова. Но есть одно слово, которое нам особо трудно дается, как людям. И это как бы из-за того, что это наша человеческая натура такая. Но это слово – это ключ к тому, чтобы нам обрести мир между друг другом, а также с Богом. И чем раньше мы этому слову научимся, чем раньше в нашем возрасте мы научимся говорить это слово, тем легче нам будет в жизни. И сегодня Артем и Филипп расскажут нам об этом. Есть трудное слово на свете, его очень трудно сказать. Его не хотят часто дети и слышать не то, что понять. А взрослым хоть совесть вещает, почаще его говорить. То гордость к тому не пускает, то звание или чин не велит.